Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Доломитовая мука – это минеральное удобрение с узкой специализацией. У него есть свое целевое назначение, а именно снизить кислотность грунта и насытить почву необходимым для растений питанием. Доломитовая мука – это продукт измельченного и высушенного природного горного минерала доломита. По своей структуре доломитовая мука сыпучая и летучая. По внешнему виду, цвету и консистенции похожа на цемент. И это отличная подкормка осенью для земли и будущих посадок. По методу Митлайдера к 1 кг доломитовой муки добавляют 2 чайные ложки борной кислоты в порошке. Кстати, доктор Митлайдер – это ученый, который более 20 лет практиковал выращивание растений с целью увеличить урожай. Так вот, он проводил всяческие эксперименты. И этот эксперимент один из лучших. Смесь рассыпают на поверхности почвы, затем заделывают на глубину в 10-15 см. На тяжелых почвах используют по 200 граммов такого удобрения на погонный метр грядки шириной в 45 сантиметров, а на легких по 100 граммов. Способ отличный, и растения будущего года будут мощными. Но если не верите, то проверьте сами. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!